С прошлого года Карачаево-Черкесия, как и вся страна, перешла на новую систему обращения с бытовыми отходами. В регионах утвердили схему сбора и утилизации мусора, определили отвечающие за это компании, так называемых региональных операторов. Но параллельно с этим заметно выросли и тарифы за вывоз мусора для населения, что не могло не обеспокоить жителей региона. И вот сейчас по поручению главы республики разработан ряд мер, призванных снизить мусорную нагрузку для семейных бюджетов. Это, к примеру, льготы для многодетных семей, а также работа по оптимизации платежной нагрузки для населения. И как следствие снижения тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Карачаево-Черкесии. Было проведено снижение нормативов, это не столько тарифа, сколько именно нормативы накопления твердых коммунальных отходов, которые были разработаны для всех категорий образующих отходов, в том числе населения и юрлица в распределении, там, например, школы, детсады, больницы, всякие мастерские, ну и в том числе предпринимательство, там рестораны, кафе и все, что возможно. Да, было проведено по поручению главы Карачаево-Черкесской республики, были проведены замеры по всех населенных пунктах Карачаево-Черкесии с целью изучить реальное образование отходов, размер реального образования отходов. И в результате этого население, нормы накопления для населения сельской местности, они у нас несколько снизились. В зависимости от нахождения, например, у нас от 8 до 24% снизились нормы накопления.